Всем привет, меня зовут Алексей Бутырский, и я приехал зажечь X-Factor. Я продаю гофротару, проще говорить, бумажные картонные коробки. Ну, прекрасная профессия. Я буду личный клиент, потому что я все время страдаю от коробок. Тяжело продать кому не надо, тогда приходится говорить. Это лучшая коробка. Да, она вам сейчас не нужна, но она стоит копейки. Ну, пускай она в кладовке у вас лежит. Но сегодня так, а завтра жизнь поменяется. И вам нужно будет эту одежду куда-то сложить. И вот она, вуаля, коробка. Его ночью можно разбудить, и он на память знает и назвы той, и картону, того всего. Який він гофрірований, не гофрірований. Щоб продати коробку, мені з деякими клієнтами потрібно було навіть їздити в караоке петь. Робота закінчується музикою, настроєння – музикою, сім'я теж закінчується музикою. І ти розумієш, що це, мабуть, якась... Тобі б хотілося б не працювати, а хотілося б просто петь. Привіт! Здравствуйте! Чому саме картонні коробки? Я би навіть сказав, не тільки коробки, я продаю ціле конструкторське рішення. Як ти втюхуєш це, вибач, конструкторське рішення? Я вам можу продати. Давай, продай! Когда вы собираете свои вещи к переезду, берете с собой большие тюки, там, сумки, мелочь куда? Ну, конечно же, вам нужна будет коробочка. Она в разобранном виде занимает очень мало места. Я каждый раз страдаю, когда я приезжаю в тур. Я так нуждаюсь этими коробками. Ох, как это хорошо, что вы продаете коробки, понимаете? Я ваш клиент. Спасибо. Скажи, а ты можешь продать свой талант зараз нам, вокальный? Попробуем. Давайте. Он не парень, он петарда просто. Сейчас взорвет все. Начнется все 00, без сахара двойной, порталы новостей. Скучаю в пробке я, но тут она, как яркая луна в темноте. Как минимум пару коробок он продал. В паутине улиц, в суете машин, да там мы продолжаем жить. В городе этой вечной суеты, мимо нас все наши мечты. А знаешь, счастье придет, когда весь мир вдруг замрет и посмотрит в небо. Душа срывается с цепи. Спасибо. Спасибо.
Я починав танцювати і музику закрили. Тому що коли я піднімаю руки, виключають музику, розумієш? Я просто хотів кайфанути. Мені все сподобалось. І це при тому, що мені коробки не потрібні. Все, я все сказав. Це зараз не потрібно. Я забыл про все коробки. Ну, прекрасно. Просто прекрасно. Спасибо. Я говорю только да. И я говорю только да. Безперечно, вам слід працювати над музичністю, малою пластикою і технікою вокального мистецтва. Я кажу ні. Що, Ніно Катамадзе, якщо скаже так, ти приходиш далі, а якщо скаже ні, то ти будеш продовжувати геніально продавати коробки. Ну, принаймні, до наступного року. Якщо зараз ти ще скажеш, що це було прекрасно, я тоді взагалі я не знаю, що робити. На що ти давиш на члена журі? Це жінка. Як можна жінку давити? Действительно было настроение, действительно, вот я даже танцевала, но за этим, что было, что вы пели там, я не слышала. Естественно, это не до конца музыкально, ну, честно. Музыка — это другой мир с другими серьезностями и сложностями. Я хочу у него. Клянусь. Продажа коробок и музыка – это в некотором смысле одно и то же. И ту, и другую нужно продать зрителю. В хорошем смысле этого слова. Нет, я говорю нет. Ну, спасибо, що прийшов, в тебе двані. І що нам з ним робити? Він дерев'яний. Я, коли я сюди вийду, постою, посторожу тебе. Ти з лопатой? Жалко, що Ніно не змогла тобі дати шанс. Нічого, зато я продам коробку.